На днях и на Московском тракте случилось ДТП с участием водителя-профессионала, в смысле профессионально продвинутого нарушителя ПДД. В 20 минут 8 утра, за полчаса до восхода солнца, в сторону Перми что-то вез в своем фургоне 41-летний рулевой Фиата Дуката. Без проблем доехал он только до места, официально числящегося как 284-й километр автодороги Пермь-Екатеринбург, это Нижнесергинский район. На этом участке по какой-то причине нарисована временная разметка, что, наверное, сбивало с панталыку маловнимательных граждан, привыкших ездить по старинке. Возможно, из-за этого итальянский фургон оказался на полосе встречного движения, а по ней в сторону Екатеринбурга двигался куда более мощный грузовой автомобиль. Мечта дальнобойщика – седельный тягач «Рено Магнум» с фурой. Более многотонная махина лобовой удар выдержала достойно. Хитрая конструкция кабины даже уберегла от каких-либо травм своего рулевого, трезвого и пристегнутого. А вот в «Фиате» все было гораздо печальнее. Про его водителя сообщается лишь, что он тоже был пристегнут. А вот насчет алкоголя? Об этом гаишники сами узнают только от врачей Нижнесергинской больницы, куда того отвезли на скорой. Характер травм попросту не позволил ему посидеть в гаишной машине и подуть там в трубочку. В таких случаях все определяется по анализу крови, которые делают в больничном стационаре. А другой диагноз дукатовозу поставили уже в его отсутствие. Патологическое презрение и пренебрежение правилами ДД. Сейчас он на своем примере знает точно, что эти правила писаны кровью, а до того за ним числилось 157 случаев привлечения к административной ответственности за нарушение правил, которые гаишники регулярно просят таки не нарушать. Уважаемые водители, строго соблюдайте правила дорожного движения, выбирайте безопасную скорость.